23 августа 2021 год. День флага Украины, день прапора. Кроме того, в Харькове день города, и у нас открыли самый высокий в Европе флаг. Ты посмотри, вот когда открывали, все-таки не было ветра. Это такого впечатления не производило, но это просто супер. 101 метр. В предыдущем дубле говорил для харьковчан, чтобы было понятно, Успенский собор 89 метров, Благовещенский 80. А вот эта красота 101. Газпром там 60. Не считая антенны, конечно. Ох ты, посмотри, это лента Мёбиуса какая-то. А вот это уже бутылка Клейна. Ай, красота. Так, я тут оставался до вечера, но сегодня по плану еще посещение зоопарка, который открывается после 5-летней, по-моему, реконструкции. Парад вышиванок, а вечером еще и по такой погоде получится Луну с Юпитером и Сатурном поснимать. Так. Ну и вот Благовещенский. 80-метровая. И Успенский 89-метровая. Хорошо. Сейчас поснимаем. А, ну вон Покровский еще надо показать. Как же так? Три собора сразу. Между тремя соборами флаг Украины. С самым высоким флагштоком в Европе. Это прекрасно. Пойду со ступенек УЗПИ поснимаю Полтавский шлях и этот флагшток. 23 августа 2021 год, Харьков, 9:13, какие